Hello, students. How are you today? Are you okay or are you bad? I'm okay today. What season is it now? Is it winter or spring? It's spring now. And what's the weather like today? Is it warm or cold? It's warm today. At first, let's train our pronunciation. Look at the screen, listen to the questions and answer them. Then I'll answer too. What is your name? My name is Vasily Vasilievich. How old are you? I'm 23. Where are you from? I'm from Rodin. What is your favorite color? My favorite color is green. What do you like eating? I like eating soup. Have you got a family? Yes, I have. I have got a family. And what can you do? I can run. Good work. Now let's continue to learn a poem. Продолжаем учить стихотворение. What's the title of the poem? The title of the poem is Two Little Cosmonauts and the Alien. Look at the poem carefully and read it with me. Посмотри на стихотворение внимательно и читай его вместе со мной. Two little cosmonauts fly to the stars. The first one says, let's go to the Mars. The second one says, there is an alien here. And the alien says, hello, I'm here. Well done. Молодец. Now look at the picture and try to answer the question. What about will we speak today? Посмотри внимательно на картинку и постарайся ответить на вопрос. О чем мы сегодня будем говорить? The theme of our lesson is Will people live on the moon? Тема нашего урока будут ли люди жить на Луне? Today we are to check how we learn to make sentences in present simple tense, present continuous tense, and past simple tense, and learn to make sentences in future simple tense. Сегодня мы проверим, как мы научились составлять предложения в настоящем простом времени, в настоящем продолжительном и прошедшем простом времени. Также мы сегодня должны научиться составлять предложения в будущем простом времени, future simple tense. The first task for you is to name tenses of the sentences. Первое задание для тебя – это назвать времена предложений, которые ты видишь на экране. Let's read the first sentence. Читаем внимательно первое предложение. I am drinking juice now. I am drinking juice now. Let's translate. Давай переведем. Я пью сок сейчас. What's the tense? Какое-то время. Check yourself. Проверь себя. It's present continuous tense. Это настоящее продолженное время. Почему? Потому что действие происходит в момент речи. Я пью сок сейчас. По структуре предложения на первом месте подлежащее, на втором глагол to be, затем сказуемое с инговым окончанием. Настоящее продолженное время. The second sentence, второе предложение. She drinks coffee in the morning. She drinks coffee in the morning. What's the tense? Какое-то время. Present simple tense. Настоящее, но простое, а не продолженное. Почему? Да, потому что действие происходит не в момент речи, а это просто регулярное действие. Она пьет кофе утром. Не именно сейчас, а просто говорим о том, что она пьет его утром. По структуре предложения на первом месте подлежащее, затем сказуемое. И добавляем окончание s в каких случаях к сказуемому? Верно, когда в роли подлежащего выступает местоимение he, she, it, он, она, оно,
либо существительные, которые подразумевают под собой эти сказуемые. The third sentence, третье предложение. Children went to school last month. Children went to school last month. Дети ходили в школу в прошлом месяце. What's the tense? Какое-то время. It's past simple tense. Это прошедшее простое время. То есть действие происходит в прошлом. По структуре предложения на первом месте подлежащее, затем сказуемое. Вид сказуемого зависит от того, правильный или неправильный глагол. Если глагол правильный, то его нет в таблице неправильных глаголов. Если он же все-таки есть, то он, естественно, неправильный. Он есть в таблице неправильных глаголов. Если его нет в таблице, значит он правильный, то к нему в прошедшем времени мы просто добавляем окончание -ed. Если же он есть в таблице, он неправильный, значит нам нужно его взять вторую форму, прошедшую форму, как в случае с went. Глагол go неправильный, вторая форма из таблицы went. Children went to school last month. Дети ходили в школу в прошлом месяце. And the last sentence, и последнее предложение. I will do my homework tomorrow. I will do my homework tomorrow. Я буду делать мое домашнее задание завтра. It's future simple tense. Это будущее простое время. Today we are going to speak about future simple tense. Сегодня мы как раз таки и поговорим о будущем простом времени. Look at the rule carefully. Посмотри, пожалуйста, на правила внимательно. We use future simple tense when we speak about our future plans. Мы используем будущее простое время, когда говорим о наших планах на будущее. There are three forms of sentences. Три формы предложения у нас есть. Утвердительное, отрицательное и вопросительное. Посмотри внимательно, как мы выстраиваем утвердительное предложение в будущем простом времени. На первом месте у нас стоит подлежащее, затем will, а на третьей позиции сказуемое. То есть между подлежащим и сказуемым мы ставим will. Example, пример. I will dance tomorrow. I will dance tomorrow. Я буду танцевать завтра. Отрицательное предложение. Точно такая же структура, кроме того, что между подлежащим и сказуемым мы ставим не will, а won't. Won't – это сокращенная форма will not. Не буду, не будет, не будут. I won't dance tomorrow. Я не буду танцевать завтра. I won't dance tomorrow. И структура вопросительного предложения в будущем простом времени. Will – подлежащее сказуемое. Will – подлежащее сказуемое. Will you dance tomorrow? Will you dance tomorrow? Будешь ли ты танцевать завтра? То есть, простыми словами, для того, чтобы составить вопрос в будущем простом времени, will нужно вынести на первую позицию, перед подлежащим. Или можно сказать, что will и подлежащее меняются местами. Естественно, если мы задаем вопрос, то мы должны давать краткие ответы. Yes, I will. No, I won't. Точно так же, как и в других временах, строятся краткие ответы. На первом месте ставится yes, если мы говорим да, no, нет. Дальше ставится запятая, берется местоимение. И при ответе yes после местоимения мы говорим will. При ответе no после местоимения мы говорим won't. Ты будешь танцевать завтра? Да, я буду. Нет, я не буду. And according to the rule, let's do the task. И в соответствии с правилом, о котором мы сейчас говорили, давай выполним задание. Your task is to say in English. Наша задача
сказать эти предложения на английском языке. The first sentence. Первое предложение. Он будет читать эту книгу завтра. Какая форма предложения? Утвердительная. Look at the formula of this form of sentences. Посмотри на формулу будущего времени предложений. Подлежащее will сказуемое. Он будет читать эту книгу завтра. Your answer. Твой ответ. Check yourself. Проверь себя. He will read this book tomorrow. He will read this book tomorrow. Он будет читать эту книгу завтра. Ты будешь работать завтра? It's a question. Это вопрос. Look at the formula of question sentences. Посмотри на формулу вопросительных предложений. Will – подлежащее сказуемое. Will – подлежащее сказуемое. Ты будешь работать завтра? Will you work tomorrow? Will you work tomorrow? Next sentence – следующее предложение. Дети не пойдут завтра в школу. Дети не пойдут завтра в школу. It's a negative sentence. Отрицательное предложение. Look at the formula. Подлежащее won't сказуемое. Подлежащее won't сказуемое. Дети не пойдут завтра в школу. Children won't go to school tomorrow. Children won't go to school tomorrow. Дети не пойдут завтра в школу. Будут ли люди жить на Луне? It's a question. Это вопрос. Пример вопроса у тебя уже есть во втором предложении. Will – подлежащее сказуемое. Will – подлежащее люди, сказуемое жить. Will people live on the moon? Будут ли люди жить на Луне? And will people live on the moon is the title of our text. И будут ли люди жить на Луне? Will people live on the moon? Это название текста, с которым мы должны сейчас поработать. There are many examples of sentences in future simple tense in this text. В этом тексте много примеров предложений в будущем простом времени. At first, listen to my reading and look at the text. Сначала посмотри внимательно на текст и прослушай, как я его читаю. Проследи. In 500 years, the world will be different. Cities will be very big. People will live in 300-story tall buildings. People will not work hard. Robots will do more work for them. Robots will work on farms and in factories. They will do dirty, boring work. Children won't go to school. Computers and TV will teach them at home. They will stay at home and play games. Watch television. People will have a lot of channels on TV. They will have video telephones too. Some people will live on the moon or in space. Let's read and translate. Читаем и переводим. Read with me. Теперь читаешь вместе со мной. In 500 years, the world will be different. В ближайшие 500 лет мир будет другим. Cities will be very big. Города будут очень большими. People will live in 300-story tall buildings. Люди будут жить в 300-этажных домах, зданиях.
People will not work hard. Люди не будут выполнять тяжелую работу. Robots will do more work for them. Роботы будут выполнять больше работы за них. Да? Robots will work on farms and in factories. Роботы будут работать на фермах и заводах. They will do dirty, boring work. Они будут делать грязную, скучную работу. Children won't go to school. Дети не будут ходить в школу. Computers and TV will teach them at home. Компьютеры и телевидение будут учить их дома. They will stay at home and play games, watch television. Они будут оставаться дома, играть в игры, смотреть телевидение. People will have a lot of channels on TV. У людей будет много каналов на телевидении. They will have video telephones too. У них будут также видеотелефоны. Some people will live on the moon or in space. Некоторые люди будут жить на Луне или в космосе. Look at the first two sentences. Посмотри внимательно на первые два предложения. What's unusual in them? Что необычного в них? Например, с предложением Robots will work on farms and in factories нам уже все предельно ясно, потому что структура практически такая же, как и в русском языке. Роботы будут работать на фабриках и заводах. А вот, например, второе предложение. Cities will be very big. Города будут очень большими. Так вот, если мы начнем переводить дословно структуру этого предложения, то получится, города будут быть очень большими. В русском языке будущее время мы выражаем одним словом. А в английском языке будущее выражается will в сумме со сказуемым. То есть, хоть will и подразумевает под собой уже будут, то в любом случае быть, как сказуемое в английском языке, должно иметь место в предложениях. Cities will be very big. Города будут большими. Или, к примеру, можно взять предложение «Я буду умным». В русском языке у нас просто три слова. «Я буду умным». А вот в английском «I will be clever». То есть «be», как сказуемое, оно остается. Вместе с «will» они образуют «буду», «будет». Но если у нас предложение, что будут работать, будут жить, то мы берем will work, will live. And next task is to answer the questions according to that text. Сейчас нам нужно ответить на вопросы по смыслу текста. Мы, конечно же, не можем утверждать, что в тексте абсолютно верная информация, потому что, наверное, никто из нас точно предполагать не может, будут ли люди жить на Луне в ближайшие 500 или нет. Поэтому отвечаем только по смыслу текста. The first question. Первый вопрос. Will children go to school? Will children go to school? Будут ли дети ходить в школу? Your answer. Твой ответ. Check yourself, проверь себя. No, they won't. They will study at home. Нет, не будут. Они будут учиться дома.
The second question, второй вопрос. Will people work hard? Will people work hard? Будут ли люди выполнять тяжелую работу или усердно работать, да? Your answer, твой ответ. Check yourself, проверь себя. No, they won't. Robots will do their work. Нет, не будут. Роботы будут делать их работу. Will people live on the moon? Will people live on the moon? Будут ли люди жить на Луне? Yes, they will. They will live on the moon. Да, будут. Они будут жить на Луне. And the last question. И последний вопрос. Will people have television? Will people have television? Будет ли у людей телевидение? Yes, they will. They will have a lot of channels on TV. Да, будет. Они будут иметь много каналов на телевидении. And now it's time to finish up to work with the video. Сейчас нам нужно завершить работу с видео. And you have to work with tasks from the document. Тебе нужно поработать с заданиями из документа. I wish you good luck. Желаю удачи. Thank you for watching the video. Goodbye.